Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы продолжаем с тобой проходить такую игру, как Dark Souls Remastered. В прошлой серии мы с тобой почитали много всякой интересной информации о наших вещах. В этот раз я... И также я говорил, что мы с тобой попробуем поменять заклинание на невидимость. И попробуем этот участок пройти невидимкой. Так, я на всякий случай еще возьму вот это. Ну, так что давай попробуем, посмотрим, хотя бы работает это или нет. Наверное, души потратим. Что-то я не подумал. Да, наверное, давай души потратим. На новый уровень. А, ученость, выносливость, сила, ловкость. Я не... Блин, я тетрадь с собой не взял. А, ладно, давай тогда ученость. Что нам ничего не дает? Ну, нам 3 ячейки более чем достаточно. Давай силу плюс 1 качнем. Нам как раз силу надо точно до 20 с ловкостью. Это я точно помню. Почему бы и нет? Так. Я уже говорил, нам, по сути, здесь делать нечего. На таком уровне. А я туда иду, да? Вроде да. Вот, давай попробуем. Невидимость. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, оно, может быть, и работает, но не так хорошо, как хотелось бы. Чё, он идет сюда? Или он меня потерял? Ой, оно еще и такое короткое. Ты смотри. Нет, он меня видит. Поэтому побежали. Ай. Ай-яй. Ой-ой. О, подсказки. Отличные подсказки. О, в принципе, то, что я хотел получить, я получаю. Все. Все, я здесь только из-за этого был. Видел, как нам подсказки нас спасли просто? Отлично, он упал. Просто вот повезло. Ты понял, да, где надо спрыгивать? Я нифига не понял. Я только по подсказкам ориентировался. Я бежал по подсказкам. Вот тут я тоже где-то видел подсказку. Вон подсказка. Это видно то, куда надо дальше спрыгивать. Там, кстати, тоже что-то валяется. Так, я примерно понимаю, где я сейчас нахожусь.
Прям все с тобой собирать не будем? А, блин, костер мы, получается, пропустили. На костер мы с тобой не попадаем. А чё, ящерок здесь у нас нет, да? Никаких. Очень жалко, кстати. Вот, смотри, осмотрите, закрытой волей великого повелителя. А, это там. Там ящерка видно. Потому что я слышу звук ящерки, но не вижу ящерку. Короче, вот мы увидели с тобой эту желтую пелену. Она у нас откроется, когда мы возложим чашу. Как мы возложим чашу, у нас сразу открываются нам вот эти вот все разные пути дополнительные. Очень интересный выступ, непонятно куда. И вон, видишь, вот кусок как бы разломан. Многие думают, что это вот на другую локацию кусочек. Но, скорее всего, так и есть. Там будет такая локация с деревьями, с большими. Там еще дракон будет, это как бы засекреченная, так сказать, локация. Но мы с тобой туда попадем, потому что я, так сказать, знаю о ее существовании. Так. Что у нас еще здесь? Так, вот здесь, я знаю, точно можно пройти. А давай подойдем. Что он сделает что-нибудь нам, нет? И бросить ничего не бросишь особо. Так, ну все, что нам здесь остается дальше, я не знаю, еще раз пробежать. Их здесь много, кстати. Вообще очень прям повезло, прям, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я хотел вон туда. О, блин, я сейчас около другого костра, да? Или нет? Нет, я не открывал тот костер. Все, я не открывал тот костер. Все, отлично, 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 все. Это превосходно. Теперь нам с тобой надо, знаешь, что сделать? То, что там почти 5000 душ, это просто забудь про это место. Все, как страшный кошмар, оно нам больше здесь не нужно. Мы с тобой теперь пойдем. Мне интересно, теперь большие скелеты видят ли нас или нет. Маленькие скелеты нас видят, это мы с тобой определили. Ну, не маленькие, а эти. Ну, ты понял. Вот нам куда надо. Нам теперь вот сюда надо. Ой-ой-ой-ой-ой. И уже неудача. Вот эти скелеты меня интересуют. Они меня будут видеть или нет? Я хотел на самом деле туда перепрыгнуть. Сейчас попробуем еще раз. Потому что на той территории есть очень важная вещь. На той территории находится еще один уголь. И мне хотелось бы его заполучить. Очень хотелось бы его заполучить сейчас. Обратную дорогу тут легко найти. Это там на лестницу выйти, потом опять на лестницу, на еще одну. Это мы с тобой все проходили, это мы все с тобой знаем. Ну, у нас ничего и не было. Во! Так, отлично, отлично, отлично. Так, нам нужен вон тот уголек. Вот вопрос. Они нас не теряют, да? Хорошо, они нас... Или потеряли? Потеряли, смотри, потеряли, потеряли.
Сейчас дождемся, когда он обратно вот появился. Потеряли или нет? Эх, но зато вроде бы мы все собрали. Здесь даже не пытайся что-то пытаться взять. Это того вообще не стоит, особенно сейчас, при нашем уровне, там, я не знаю, после... как его? После Анарлонда ты можешь туда попробовать пройти. Так, я же взял, да, уголь? Да, я взял большой небесный уголь. Уголек необходимый для улучшения оружия. Большой небесный уголек для тайных ритуалов церкви. Используется избранными небесными кузнецами. Улучшение для небесного оружия плюс 5 позволяет усилить до плюс 10... Доводит до уровня оружия богов. Вот. Но он мне нужен был просто, чтобы он был. Не больше. Так, теперь давай мы с тобой подумаем. Что... А хотя пусть будет невидимость. Пусть будет невидимость. Мне понравилось. Хоть оно и коротенькое. Делаем раз. Делаем два. Делаем три. И вот теперь нам надо с тобой потихоньку отсюда выбираться. Так, сейчас я буду вспоминать, как это нам сделать с тобой очень грамотно. Первое, что нам надо, это вот так сделать. Второе, пробегаем здесь, пробегаем тут. Вот сюда наверх забираемся. Тут сейчас будут большие скелеты и лестница. Нам надо попасть на лестницу. Поднимаемся. Так. Неизвестный номер звонит. Еще раз. Подходит, но не видит. Это очень хорошо. Так. Есть, это мы сделали. Теперь вроде бы здесь надо подняться. Если я правильно помню. Вот здесь аккуратно спрыгнули. Так. Дальше. Вот здесь вот выход. Вот он. Вот он выход. Вот, все, мы вышли. Считаем, мы вышли. Кстати, я здесь поверху... Ходил или нет? По-моему, я не помню. Давай проверим. И наверху вроде тоже ничего, да? Мы сейчас проверим с тобой. До сюда. Ну да, тут ничего нету. Да, ничего нету. Все, отлично. Отлично. Хотя они могли бы, знаешь, что сделать? Вот было бы классно, чтобы разработчики сделали. Может быть, они это не допилили, чтобы они вот сюда вот дали нам какого-нибудь духа, которого мы достаточно мощного, сильного, чтобы мы могли его призвать и спокойно пройти там и скелетов, и всех. Может быть, чтобы можно было призвать вот этих вот одного из братьев, или сразу двоих вот этих вот. Мы их победили, они нам будут благодарны, и вот здесь вот можно было бы их призвать. Вот тут было бы очень здорово. Которые Рэю защищали. Изначально потом стали полами. Ну ты понял. Вот было бы прикольно. И вот мы с тобой вот здесь оказались. Сейчас здесь будут скелеты. Этот цвет нам уже не нужен, но... Сейчас мы победим скелетиков этих колесных. Надеюсь, они не все вместе... На нас нападут.
Так, нам наша главная цель — это добраться аккуратно до костра сейчас. Очень аккуратно добраться до костра. Вон еще один. Кто-то помер. Блин, сразу двое. Сейчас прибежит. Ты даже не сомневайся, они если зацепились, то будут уже постоянно. Вот. Ничего не выпало. Блин, как же я рад, что мы там все, что я планировал, все сделали. Просто по-быстрому. Потому что ты видел, на пролом идти, это для нас не вариант. Мы слишком слабенькие для такого. А хотя, идите вы в жопу, ребят. Ой. А может быть, зря я так. Очень может быть, что я зря с ними так поступил. Не успел, не успел. Нет, ты представляешь, не успел. И сейчас опять придется выбегать оттуда. Ах. Это ужасно. Отсюда, чтобы выйти, это столько мучений. Так, ладно, нам хватает этого света. Давай сразу ставим невидимость. Она нам все-таки помогла, как-никак, первый раз выбежать. Я думаю, поможет и сейчас. Так. Сейчас. Даже вот так побегаю прямо с ним. Здесь пробегаем. Так. Тут сейчас пробегаем вот этого. Что у нас? Не хочет атаковать. Это хорошо, что не хочет. Так, подождем, когда заклинание стихнет. Так, и опять бежим. Бежим. Так, ну смотри, легко, да, заклинание незаметность все-таки работает. Это на собаках на тех не работало, а здесь она работает. И очень даже хорошо, я тебе скажу. Очень хорошо работает. Так, здесь спускаемся. И вот сюда, да? Да, вот сюда. И вот здесь пробегаем. Так. Хорошо. Здесь мы с тобой легко и быстро проходим. Теперь бы вот до костра бы добежать. Ну, можно. Можно, в принципе, сейчас чисто пробежать, как мы это делали в начале. Просто бежали. Даже можно, знаешь, попробовать заклинание еще раз сделать. Вот так вот. И побежали. Заметят нас? Они что-то чувствуют, но колеса не превращаются. Отлично. Чувствую, даже похоже, бегут за нами. О, хорошо, хорошо, прям очень хорошо. Прям замечательно. Так, теперь выходим наверх. А, вспомнить бы, как наверх выходится. Так, давай тоже невидимостью. Тоже невидимостью. Не хочу ни с кем сегодня сражаться, особенно здесь. Даже головы не видят. Они приближаются, но не взрываются. А вот лучники, смотри, сразу увидели. Лучники сразу увидели нас. Так. Аккуратно, аккуратно. Так, помним, что здесь две ямы. Здесь скелеты вон еще стоят, блин. Блин. Спало, как не вовремя. А я не помню, как здесь.
Дальше. Ладно, ладно, ладно. Просто, просто тогда умрите так. Тут лестница должна быть. Где она? Или не здесь. Она, наверное, вот здесь должна быть. Да, по-любому здесь где-то. Вот она. Так. Плевать, буду в невидимости проходить. Охота уже свалить с этого места. Я уже говорил, у меня вот тут несколько нелюбимых мест. Это вот первое, это вот это вот. Оно, наверное, одно из самых таких неприятных для меня. А второе место у нас будет там в каком-то болотистом городе. Блин, ну нет. Там сейчас сзади подбегут, да? Да, вон они уже готовятся. Так. Не, ну вроде получается, это хорошо. Бежим, 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 бежим. Даже какие-то души умудряемся получить. Так, еще один костер. Обязательно на него садимся по той простой причине, что... Во-первых, у нас заканчивается наше заклинание. А во-вторых, чтобы в случае смерти мы могли уже отсюда начать. Иначе мы так с тобой никогда не выйдем отсюда. Рано, рано использовал. Можно было и попозже. Блин. Все-таки зацепило. Самое плохое сейчас для меня это то, что у нас как раз осталось как раз то самое место. Эть. Осталось как раз то самое место. По-моему, болотистое, и все. И у нас будет открыт замок. Замок большой, я не помню. По-моему, замок сена вроде бы называется. Вроде бы замок сена. Как-то так. Так, ну, лес мы с тобой решим. Кстати, по поводу леса можно и лес пройти. Вот что это такое? Встал здесь, смешается. Ну, класс вообще, да, со мной еще вместе упасть, давайте. Ничего же, вроде бы не выпало из него. Вроде ничего, так. Последняя невидимость. Как раз она нам здесь... пригодится. Ну, понятно, что она впритык не работает. Это неудивительно. По-моему, они нас теряют. Смотри, упал. Это хорошо. Так, храм огня. Короче, что у нас остался? Лес у нас остался. И до второго колокола, чтобы добраться, нам надо вниз пройти. Можно пройти необычным способом, не падая в то болото, но... Мы все равно упадем в это болото, потому что надо. Тут ничего не поделать. Так, все, выбрались, выбрались. Сейчас еще добежать до костра, чтобы скелета не убили. Уже такое смешное число, по 50 дают. Так, все, вот здесь, да? Да, отдохнуть, все. Выбрались таки.
Так, что у нас дальше по плану? Я теперь думаю пойти на волка, его убить. Или пойти... Нет, еще один путь, это, конечно, туда вот вниз сейчас пройти, и там все-таки с этими призраками сражаться и убить их, но... Ты сам видел, насколько они сейчас трудоемкие для нас. Поэтому это мимо. Плюс ко всему лучше как можно больше, чтобы рук было проклятых. Я вот не знаю, вот рука с проклятием меня навела на такую мысль интересную. Мы с тобой вот читали в прошлый раз. Единственный способ сразиться с призраками, которые являются проклятыми существами, наложить проклятие на себя. Безопаснее всего отрезать руку мертвеца. Вот интересно, Василиски они тоже проклинают, если ты умираешь. Это будет работать как проклятие? То есть, если Василиски сработают как проклятие, то, может быть, это даже будет надежнее, нам не придется руку использовать постоянно. Но не знаю, это только теория. Мы ее с тобой проверим. Проверим. Но явно не сейчас. Так. Канализацию, да? Канализация отсюда быстро дойти. До леса тоже недалеко, в принципе. В принципе, недалеко. Ох, я не знаю. А что нам в лесу может? Так, ну, насколько я помню, вот это нам не нужно вообще. Как его уберись? Изменить заклин... Вот, все, правой кнопкой. Так. Медленное копье молнии. Это нам недоступно, недоступно. Это не нужно, не нужно. Осторожное падение, кстати. Там много где будем падать. Но там, блин, там столько отравы. Так не хочется туда идти на самом деле. Но надо. Нет, можно, конечно, пройти. Помнишь, мы с тобой путем проходили. Небольшим. Через драконов мы с тобой бегали. Как раз через лес попадаем к драконам, от которых мы убегали. Там еще, кстати, тот дракон, да? А ключ-то у нас оттуда есть или нету? Я не помню, как она открывается, там дверь. Может, она уже открыта? Наверное, ключ в самих, там вот в этих вот, в канализации в этой валяется, я так полагаю. Так. Сейчас проверим. Потому что у меня много ключей от канализации и тому подобное. Может, мы сможем через эту долину драконов там пройти? Не, ну все-таки все прям красиво, да, проделали с тобой. Просто если мы там дверь откроем, это будет попроще, наверное. Но немного иначе будет проходиться. Но в то же время, чтобы пройти мне в канализации, да, прежде чем проходить канализацию, мне надо... Да, все решено, мы с тобой пойдем в лес, но не волка убивать. Мы с тобой пойдем в лес, вступим в Ковенант и поиграем в онлайн. Вот про это место. Заперто. Все равно заперто, да? Ключа нет. Там просто вот пещера, там вот когда мы пробегали, там вот через тот мостик пробегаешь, и вот я не вижу отсюда пещеры, есть, нету. По-моему, есть, по-моему, это вот она. Там вот эта вот пещера, это тоже вот туда вниз нас отводит. Да, но в канализации, если мы с тобой попадем, там у нас будет один парень, с которым тоже надо получить некоторые вещи. Поэтому возвращаемся. Идем
в этот ковенант, общаемся с этим парнем. Ой, я не помню, сколько там нужно убитых. В общем, в лесу, помнишь, на нас нападали люди? Если мы сейчас ступим в ковенант, нас лес трогать не будет. Вот один из самых безопасных путей все пройти в лесу, все собрать, это как раз ступить в этот ковенант, все там собрать и уже всем остальным заниматься. Так. О, здравствуй, я рад видеть тебя. Угу. Понятно. Так, я вот думаю... А, можно купить, да? Давай купим у него железную плоть. Или сырую плоть. А потом купим железную. Когда у нас денежки будет. Так, кто у нас еще здесь? Он у нас тут. Так, ты мне что-нибудь расскажешь интересное? Знаешь, что случилось с этой девой? Благочестивая девчонка вернулась одна и в лохмотьях. Что с ее спутниками? Они погибли или бросили ее? Кто знает. Но я думаю, что про госпожу мы больше не услышим. Это дева? Она куда-то отправилась. Думаю, что в церковь нежити. Мы сейчас, кстати, туда направимся. Я про нее совсем забыл. В этих руинах ей, наверное, было неуютно. Понятно, больше он ничего не скажет. Так, давайте тогда еще с Петрусом пообщаемся. Он, наверное, скажет, что рад, что она жива. А, нет, смотри, он даже и не знает. Он даже и не знает про нее ничего. Хорошо, это очень хорошо. Потому что, открою тайну, он при определенных обстоятельствах ее должен убить. Вот. Но мы этого не позволим, мы дадим ей возможность свалить отсюда. Но для этого нам, блин, надо будет нафармить сейчас как-то. Хотя в лесу как раз можно нафармить много душ. Ну вот она у нас здесь. Вон она, молится. Здравствуй, я никогда не забуду твои деяния. Я в долгу перед тобой. Спасти Винса и Ника было не в моих силах. Моя благодарность не имеет границ. Если ты не знаешь, я Рэй из Торланда. Хотела бы я хоть чем-то помочь тебе. Но я молодая и неопытная, и лишь умею творить чудеса. Если думаешь, что они пригодятся тебе, поговори со мной еще раз. Да, мы же клирики. Тебе нужны мои чудеса, да? Я буду очень рада, если это так. Что ж, давай поговорим о чудесах. Поговорить. Винс и Ника обманул какой-то чурбан по имени Лоскутик, превратив их в полох. Мои молитвы не помогли им. Мое невежество и слабость духа обрекло их на такую судьбу. Наверное, Петр с самого начала осознавал мою никчемность и поэтому решил бросить меня. Я не могу его за это винить. Короче, он их там бросил. Вступить в орден — это тот же орден Светлого Пути. Если я правильно помню... то ее можно спасти тем... Ой, нифига себе, какие дорогие. Тем, что мы скупим у нее все заклинания. И тем самым мы ее спасем. А если... Что ж, береги себя. Прощай. Верер Нокс. Так. Но у нас душ много. Давай все используем. Посмотрим, что сможем купить. Вот все пять. Сколько нам дадут?
О, отлично, все, мы тут, походу, все сможем у нее купить. Нет, не все сможем, наверное, не все. Так, про чудеса разговаривал. Так, давай вначале дорогие самые возьмем. Вот это вот мощное лечение. И гнев богов, очень полезное заклинание. Дальше, волшебный барьер, он мне очень понадобится. Так, блин, вот чуть-чуть не хватает, смотри. 550, да? Сейчас накопим. Что ж, береги себя, прощай. То же самое будет все время говорить. Давай вот этих побьем. Давай, давай. Такие слабые. Теперь такие слабые. Просто никчемные. Ты смотри. Все, вот я набрал 1000. Покупаем у нее. Так. Что-нибудь скажешь нам? Все то же самое. Так, купить я у нее все купил. Ну, вот это небесное благословение я у нее покупать не буду. По идее, теперь она, когда откроется, господи, господи, там в замок герцога, в его библиотеку доступ, когда мы чашу возложим, она туда отправится. Может быть, даже она сейчас туда отправится, я не знаю. На 100% я тебе не скажу. Блин, какие мы сейчас крутые. Помнишь, а раньше нам надо было сколько? 3-4 удара здесь, чтобы нанести, чтобы их убить. Теперь просто одним ударом. Просто одним ударом выносим. Запомним с тобой, что оружие, луки мы с тобой, маленькие луки мы с тобой почитали. Мы их будем теперь пропускать. Все остальное будем читать. Читать, отправлять в хранилище все, что нам надо. И как-нибудь выделим еще одну серию на прочитать доспехи, часть щитов. Так, ну давай здесь сядем. Кстати, давай сядем и проверим, ушла она или нет. Может, она нам что-нибудь расскажет интересное. Я надеюсь, я все правильно делаю, но, по-моему, я все правильно. Я просто раньше таким прям ходом не ходил. Прям вот настолько, чтобы рано-рано-рано. Я... Не, ну почему? Хотя один раз я, по-моему, ходил, но я не помню. Не помню, чем это все закончилось. Какой-то, помню, из своих прохождений я проходил, и там все очень плохо закончилось. Я ничего толком не добился, там много что делал, много что попропускал. Смотри, здесь еще. Я все ждала, когда ты все же вернешься. Как я рад видеть тебя. А теперь давай поговорим о чудесах. Да, только у тебя нету чудес больше все. Ты нищая. То же самое говорит, да. Просто я надеюсь, Петрус ее не убьет. Как мы это узнаем? Если здесь будет что-то валяться, там, по-моему, подвеска какая-то и много всяких вещей, значит, ее убил Петрус. Можно, конечно, подстраховаться, пойти убить Петруса. Тогда она просто потом уйдет в эту библиотеку. Будет находиться там. Так. Времени пока нормально. А мы с тобой тогда отправимся в лес, чтобы активировать следующие вещи.
Боги, какой у тебя есть уголь? Про такое я только в легендах слышал. Такой уголь используют небесные кузнецы в тайных обрядах. Может быть, ты отдашь его мне? Я всю жизнь мечтал выковать небесное оружие. Да, дадим. Нам оно не надо. Ага, великолепно, великолепно. Благодарю тебя. Андрей Засторо не разочарует тебя, поверь. Я не помню, что она дает. У нас уже такое-такое есть, да? Что ж, увидимся. Береги себя. Так, я пока не превращаюсь, потому что мне надо через лес пройти. Будем тогда лес фармить. Ну, у него такой немножко скучноватый фарм. Тоже с одного, да? Отлично. Очень хорошо, я очень доволен. А мне не так много урона. Так, 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 так. Ой, не дотянулся чутко. Так, так, так. Хотя, наверное, мы с тобой сейчас примем человеческую форму, чтобы разжечь костер. Да, а то он у нас здесь слабенький. Поэтому мы с тобой сейчас примем, сколько нам надо, две, три, три человечности. Обращаем опустошение. И теперь выжигаем костер. Только я не помню, насколько здесь фляг. Раз. По-моему, сейчас будет костер как раз на 20 фляг. Я могу ошибаться, сейчас посмотрим. Выпьем. Садимся. Да, на 20, отлично. Отлично, отлично, превосходно. Так, сейчас нас могут убить в легкую. Потому что мы как бы сейчас сами можем стать жертвами. Теми, кто решил здесь пробежаться. Ой, нифига себе. Попробуем в невидимости пройти. Попробуем пройти в невидимости, может быть, сработает. Нам надо до кошки за здание пройти. Очень-очень надо.